Всем привет! Сегодня я буду слушать снова Джонни Боя по той причине, что у него вышла очередная песня вышла. Ну, так как вот он у нас снова в тренде, будем его слушать. Перед тем, как слушать его очередное творение, хочу вам напомнить, что меня многие просят послушать передачи, связанные с Ургантом. Все, что связано с Ургантом, наложены авторские права, поэтому, к сожалению, я не могу это послушать. Также все, что касается ТНТ, та же причина. Не помню, кто исполнитель песенки «За шей». Я ее тоже слушала, но по авторским правам она для нас запрещена. И хотя вот в принципе по веселости она такая неплохая. Хотя клип был такой немножко странный, оригинальный, так сказать. А вот Noize MC последнюю песню тоже я не могу послушать, тоже по авторским правам. Ну вот, собственно, все, что я хотела вам сказать, я сказала. А сейчас Джонни Бой. 2В. 3В. ВВВ. Эй, слышишь это? Я завел свою машину, бейб. Выкинь нахуй свой паршивый вейп. Я привез тебе сативы, бейб. Никакого никотина, эй. Я завел свою машину, бейб. Выкинь нахуй свой паршивый бейб. Я привез тебе сативы, бейб. Никакого никотина, эй. Ты тусу хочешь закатить со мною? Я выступлю там за один биткоин. И мы с малышкой покатим по серпантину. Я ее личный богатенький Буратино. Яу, я буква ед, азбука бед. Ловлю момент по трупам вверх. Скажу как нех, кто друг, кто нет. Возьму свой чек, съебу на бег. Я не чтоб поебать, я прилег на кровать. Я давно не читать, я так все забывать. Как бы слог подобрать? А, Б, В, Г, Д, Ж, З, Е. Я что-то не понимаю, про что он поет? Да, ростом ниже всех вас. Что-то выгляжу как дрыщ, мальчишка, ретард. Еще выскочил, а, этот прыщ на щеках. Вот что ты б зачитал, если бы выхватил майк. Я завел свою машину, бейб. Выкинь нахуй свой паршивый вейп. Я привез тебе сативы, бейб. Никакого никотина, эй. Я завел свою машину, бейб. Выкинь нахуй свой паршивый вейп. Может быть, песня достаточно такая веселая за счет припева, но мне она, соответственно, не очень нравится, правильно? Вы знаете почему. Все мои пробы позади. Я самый опытный, я Казанова, как Сати. Италии не видел, Китая ты не видал. Если был только в Лидл, и парень, и в Чайна Даун. Так же и со мной, ты не знаешь меня, пацан. Если судишь только по клипам, которые я снимал. Хочешь выглядеть black, но ты выглядишь white. Хочешь выстрелить с рэпом, но не выстрелишь, знай. Мы поблизости, а, ты на выходе, айт. Wake up, be quiet, шиш, если Рига читает. Еду в магазин Гуччи где-то под Питтсбургом. Она жрет мой хуй, как будто это чизбургер, да. Фейс, ей намного вкусней. Она сказала честно, и все звучало как исповедь. Я завел свою машину, бейб. Это такое, что-то типа Диза, да? Никакого никотина, эй. Я завел свою машину, бейб. Выкинь нахуй свой паршивый бейб. Я привез тебе сативы, бейб. Никакого никотина, чёрт. Только не случилось, пока были мы в Англии. Лигей составил столько топов про МС, что из Латвии. Юрий Дудь меня искал по Риге с собаками. Баста про меня шутил, и весь твиттер был в ахуе. Искал Влади, но я был на Тенерифе с испанками. Спорили, кто мне жестче проебал. Два Вити на баттле, мои старые демки слили, мы плакали. Кофейни Риги заполнились моими фанатами. Фейк-менеджер дал интервью, дурили мы лапоньку. Спиздили галку ВК, еще и спиздили паблики. Паровоз, ты был моим самым жирным фанатом. Ты проебал жену, кумира, бич, иди-ка ты нахуй. Дима Бамберг думал, что я в уныне ебахуюсь. Внука из антихайпа, не зря растили мы с бабкою. Я понял, мне не время идти по накатанной. Да-да-да, я тружный пацан, неси мои бабки, а. Врум-врум-врум. Ну вот мне эта песня не понравилась по той причине, что тут вот этот вот стиль такой, который я не очень люблю. Вот, если отбросить все, что мне не нравится,
оставить один мотивчик, то он достаточно веселый. Вот. Если придираться к словам, ну, не к словам, а к рифмам, да, то, в принципе, ну, написано хорошо, грамотно и без всяких там вот заиканий, как вот эти я не люблю, в общем, как бы стих лился рекой. Вот, я поняла про то, что, вот, что я поняла? Я поняла, что, скорее всего, Джонни Бой рассказывал о своей жизни, ну, то есть я уже, вы мне в комментариях написали, что он пропал после батла с Оксимироном, не знаю, по какой причине, что-то там и с деньгами связано, и, в общем, все такое, на 3 года он пропал. Я, кстати, это первый батл, который я смотрела, это вот был Джонни Бой с Оксимироном, и мне вот этот батл так вот хорошо пошел, мне понравился. Вот, а другие были гораздо хуже. И, значит, вот за эти 3 года, видимо, у него там наболело, он следил за тем, что происходило здесь, ну, вернее всего, в вашей тусовки, вот, и вот выложил все, что наболело в этой песне. Вот, если писал сам, то молодец, написано хорошо, музыка хорошая, но смысл не очень. Вот, поэтому трояк.